В среднем человек проводит около 25 лет своей жизни во сне. Сон занимает значительную часть жизни человека. В среднем человек спит 8 часов в сутки. Таким образом, при условии средней продолжительности жизни 75 лет, человек проводит около 25 лет во сне. Сердце – удивительный орган, работающий 24 на 7, каждую минуту качая кровь по всему организму. За всю жизнь человека сердце прокачивает около 200 миллионов литров крови. Волосяные фолликулы – это маленькие мешочки, из которых растут волосы на человеческом теле. Около 5 миллионов таких фолликул распределяются почти на всех участках кожи, кроме ладоней и ступней. Смех – это не только приятное чувство, но и полезный процесс для организма. Он помогает снизить уровень стресса, улучшает иммунитет и укрепляет сердечно-сосудистые системы. Мозг человека является невероятным хранилищем информации. Он способен хранить до 1 квинтиллиона воспоминаний, что позволяет человеку запоминать и воспоминать огромное количество информации. Кишечник человека – это орган пищеварительной системы, состоящий из тонкого и толстого кишечника. В среднем длина кишечника составляет около 7,5 метров, что позволяет ему обрабатывать и усваивать питательные вещества из пищи, которую мы употребляем. Человек теряет около 40 тысяч клеток кожи каждый час. Кожа – самая большая часть человеческого организма, выполняющая множество функций каждый час. Человек теряет около 40 тысяч клеток кожи, которые отмирают и заменяются новыми. На коже человека обитают множество видов бактерий, которые составляют нашу микрофлору. Около 1000 видов бактерий живут на нашей коже, обеспечивая защиту от вредных микроорганизмов и поддерживают здоровье. Состояние кожи. Моргание – это рефлекторный процесс, при котором человек закрывает и открывает глаза. В среднем человек моргает каждые 4 секунды, что составляет 15 морганий в минуту. Таким образом, на протяжении жизни человек проводит около 10% своего времени с закрытыми глазами. Человек – единственный вид на Земле, способный краснеть. Это проявление социальной реакции на ситуацию стыда, смущения или волнения, когда кровь сосредотачивается в сосудах лица, вызывая красноту.